видишь? Надо убрать одного парня. Он раньше был наемником, да и сейчас держится неплохо. Но за такие деньги рискнуть стоит. Если нужно больше данных, проверь письмо. Жду вестей. Спасибо. А есть тут у вас VIP-комнаты? Ну, для приватных вечеринок. Есть, заказано для босса и его компании. Ну так может он и меня возьмет в компанию, а? Ты ж деловой, ты тут не крути. Есть эти, заходи, нету, матовый. Слушай, Чумба, я ищу новые таланты для брейн-дансов. Нужны раскованные парни и девочки, которые не стесняются своего тела и хотят быстрых и легких денег. Не интересуй. Ну тебя-то нам не надо. Но за каждого актера я тебе отстегну 10% с контракта. Эдди с гарантией, а риска никакого. Что скажешь? Ну ладно, заходи. Господи боже, ты это слышишь? Это же надругательство над слухом. О вкусах не спорят, Джонни. Так говорят только придурки, у которых нет вкуса. Уж не знаю, за что его хотят грохнуть, но его музыкальные пристрастия уже достаточный повод. Как дело идет? Музыка тут кошмарная. А мне нравится. Зато не уснешь на ходу. Надо с шефом твоим перемолвиться. Он здесь? О, вот это без шансов. Он не любитель разговаривать. Мне плевать, чего он там любитель. Я спросил, на месте ли он. Ну да, он наверху, в VIP-зале, но не жди теплого приема. Далеко? Вход только для VIP-клиентов. Мы друзья с твоим боссом. Босса много кто знает. Он никого не держит в больших друзьях. Окей, но... Говно! Босс сказал никого не пускать. Он отдыхает. Так что пройди на выход. Хочу с ним поговорить. Ага. А я хочу нюхать кокс у Лизи Уизи с буферов. Иди отсюда. Thank you.
Тише, а то разговор будет короткий. А, понял. У тебя заказ на мою голову. Кто прислал? Милитех или Асукага? Может, это шлепок Дина? А, можешь не отвечать. Сядь, Дози. Если я тебя еще не убил, значит, готов на компромисс. И вот так борзеть не камильфо. Камильфо, бля? Нахуй сильво плей, ёпта! Я болтать не люблю, ясно? Решим вопрос, как мужик с мужиком. Ну, предположим, ты мужик. Ну вот ты меня убрал. Думаешь, твои проблемы сами с собой рассосутся? Ты много кому на мозоль наступил, жирный. Сам говоришь, Милитех, Асукага, Дино. Тебя не оставят, пока башку с тебя не снимут. И что мне, самому себе мозги вышибить? Нет. Уезжай из города по-тихому. Я им скажу, что всадил тебе пули в лоб и вся история. А ты начнешь жизнь с чистого листа. Ага, и где начну? В жопе? Мне тут все, клуб, команда, девочки, в конце концов. И куча смертельных врагов. Вариантов у тебя, прямо скажем, немного. Если останешься, ты труп. Ай, блядь, явись оно все конем. Ебаный ты нахуй. Так это да или нет? Вали, скажи, что твоя работа сделана. Всех разводит. Может, тебе надо было барменом устроиться? Хочешь, подыщу тебе место? Будешь грести деньги лопатой? Ладно, если серьезно, нет Маусера, нет проблемы. Ты получаешь гонорар, я закрываю заказ. Окей?